Двери этой частной клиники были открыты сегодня с раннего утра. Полный медицинский осмотр мог пройти каждый желающий проверить свое здоровье. 11 узких специалистов работали практически без обеда. Хирурги, кардиологи и другие врачи успели принять до 5 вечера около 200 пациентов. Бесплатный прием проводился в рамках проекта «Тысячи добрых дел» в честь тысячелетия Алматы. Сегодняшняя акция является это содействие социально уязвимым слоям населения. Это не одноразовый проект. А в рамках G38, конечно, мы будем еще работать над этим, но в процентах 30-40% от всей деятельности, наверное, мы будем посвящать пропаганде здорового образа жизни. Дина Терлекпаева сегодня прошла скрининг здоровья и сдала все необходимые анализы. Она узнала, что теперь по программе государственно-частного партнерства вместо своей поликлиники она может прикрепиться к этому медицинскому учреждению, проходить обследование и при необходимости получать лечение на бесплатной основе. Согласно программе ГЧП, клиника получила госзаказ на оказание первичной медико-санитарной помощи населению. Женщина считает, что это очень удобно, учитывая нехватку узких специалистов в государственных поликлиниках и бесконечные очереди в кабинеты семейных врачей. Это оказывается очень удобно для нас. Вот с утра я успела пройти 10 кабинетов. Нет очередей, врачи очень внимательные. И главное, все бесплатно. Цены только на комплекс обследования в частных клиниках колеблются от 20 до 35 тысяч тенге. А по программе ГЧП медицинский осмотр пациента будет оплачивать государство. На сегодняшний день к нам прикрепилось 11 750 человек, но мы готовы принять еще и дополнительно людей в нашей поликлинике. На сегодняшний день мы планируем довести это количество до 40-50 тысяч населения. Что нужно сделать для этого гражданам Республики Казахстан? Просто принести заявление и удостоверение личности, и они могут стать нашими клиентами. Данная программа помогает разгрузить государственные поликлиники, а частным увеличить поток клиентов и развивать бизнес в сложное экономическое время. Шанат Айтенова, Влад Шишко, телеканал Алматы.